3500 доз вакцины от коронавируса заказала клиническая больница номер 50. В Нижегородскую область вакцина уже поступила по линии Минздрава. КБ-50 снабжается за счет ФМБА. Медики ожидают получить лекарства в ближайшее время. Точная дата пока неизвестна. Прививать будут саровчан от 18 до 60 лет. В первую очередь медиков, сотрудников образовательной и социальной служб, работников некоторых городских предприятий. Мы готовы для ее получения. На сегодняшний день, значит, у нас имеются специальные морозильные камеры, потому что она хранится при температуре минус 18 градусов, то есть выше нам нельзя ее хранить. Вакцину нужно размораживать вот при комнатной температуре в течение 30 минут, ее нужно уже ввести. Дольше ее хранить нельзя, повторно замораживать ее тоже нельзя. Прививать будут гам-ковид-вак. Это тот самый спутник ВИ. Двухкомпонентная векторная вакцина против COVID-19. Ее разработали в Институте имени Гамалеи. В составе вакцины нет коронавируса. Она содержит рекомбинантные частицы аденовируса человека, в которых есть лишь белок оболочки коронавируса, в отношении которого вырабатываются антитела. Вакцинация добровольная. Обязательно за день до прививки пациента направят на медосмотр. Вначале вводят один компонент, через 21 день повторно вводят второй компонент. И уже вот дальше, через 2-3 недели, уже появляются антитела. По наблюдениям медиков, у тех, кто переболел коронавирусом в легкой форме, иммунитет сохраняется в течение 3 месяцев. У тех, кто перенесли болезнь в средней или тяжелой форме, антитела в организме сохраняются на более длительный срок. Мы брали на исследование кровь у лиц, которые вот в апреле переболели на такой средне-тяжелой форме. У них до сих пор в достаточном количестве вот эти антитела, эти G. Пока в Саров не привезли вакцину от коронавируса, медицинские работники рекомендуют делать прививки от гриппа. При этом у человека вырабатывается перекрестный иммунитет. Шансы заболеть коронавирусом снижаются, либо он переносит коронавирус в легкой форме. Елена Грицкова, Евгений Шевцов, Александр Мальков, служба новостей Саров 24.